Всем привет! Сегодня я буду тестировать стилет убийцы на Аисе. Ну, в принципе, посмотрим, как он будет вообще на ней работать, какой будет урон и сколько я смогу нанести ей урона, ударов в капкане. Давайте быстренько сходим. Ну что ж, давайте попробуем. Страшно. Бежим. Слишком близко поставил к стене. Бежим. Так, скелеты. Поставим капкан на следующем кругу. Не успел. Опять скелеты появились. Еще один капкан. И снова бежим. Ну еще, я думаю, парочку можно поставить. Опять скелеты появились. Какие-то они сегодня активные. Как и Аиса. Ну, может, это я уже отвык от нее. Так. Все, последний, ладно, ставлю. И жду скелетов. По идее, они должны скоро появиться. Но я их что-то не вижу особо. Чуть не забыл хилиться. Ха-ха. Так. Опять продолжаем бежать.
Я вообще не знаю, где они. Только что так активно прибегали, а теперь что-то не хотят. О, ребята. Давайте сюда. Че, серьезно? Так, но она вроде как не наступает в капкан, если я пробегу. Да, но придется опять ждать скелетов. В общем-то. Убегаем. Сделаем небольшую пробежечку. А скелеты появятся и зарядят мне навык. Не, ну серьезно, я и сделал только 3 удара, и кинжал даже не разогнался особо. Обидно очень. Скелеты, наконец-то. А, стилет уже умер. Ага. Четыре раза. Повезло, не убило. Ну а стилет уже умер. И мне придется бить ее клейморами. В общем-то, стилет на нее полный отстой. Потому что здесь работает почва, во-первых, ее, которая ломает оружие. Ну, больше прочности уходит за каждый удар. И плюс она стоит всегда непонятно сколько в капкане. То она после 3 ударов сразу вылезает из него, то там через 4 удара она все еще там стоит, лясы точит. В общем, мне непонятно все это.
Еще скелеты. Было опасно. Очень даже. Так, она прошла свои ворота. Пока что ставим капканы и готовим оружие. Пернач нужно отложить в сторону. Он нам не понадобится. Вот так. Так, убили мы скелетов еще раз. Ну ладно, тут мы уже не успеем. Два клеймора наготове. Да, стилет, в общем-то, самое донное оружие, которое можно было взять на Аису. Один капкан еще ставим и будем ее бить после того, как придут еще скелеты. Все, последний капкан поставим, потом посмотрим. Теперь ждем скелетов опять. Посмотрим, что из этого получится. Стилет я уже убрал в сторону. Не хочу его даже трогать. Урон-то, конечно, неплохой, но оружие слишком медленное. Даже на Айзенборге оно не особо круто работает, потому что у него тоже есть сильная атака, которая просто может отправить домой. Вот. А у Аисы это непостоянность нахождения в капкане. Ну то есть я никогда не знаю, сколько она там в нем продержится. И продолжать ли мне бить этим стилетом или нет. У нее же руки 3 метра.
А стилет там всего метр вроде как. 1,2, может быть. Убили мы скелетов. Отлично. Я, конечно, не уверен, что мне хватит клейморов, поэтому у меня тут еще скиметар подготовлен. Ну, вот тут спокойно 4 удара делается. Опа. Да-да-да. Можешь кого угодно звать. До свидания. Сразу все просто прилетели, прибежали. Изи. А вон, смотрите, какой у меня теперь есть клеймор. Бывает, с такой прочностью люди находят оружие. Ну, то есть, наоборот, целое, и там одного пикселя не хватает. А у меня, наоборот, оно настолько убитое. Вот. Лут. Шлак, дно и мусор. Максимум коса ужаса, опять же, на север. Бастард в подземелье. Но у меня были какие-то надежды на него, но он их не оправдал. Всем пока.